Мария, приняла тебя у ног твоих слова твои. Так и дай нашим душам, Господи, насладиться словами твоими, чтобы это помогло нам в дальнейшем спастись душам нашим в царстве, для Царства Небесного. Тебе слава за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Баночки разберите, старые. А сюда будешь. Вот снимать это выставлю. Сестры, чьи? Второе послание Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяя чтели, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Продолжает подтверждать сказанное выше, именно то, что не должно беспокоиться об опасностях. Ибо опасности и смерти, говорит, доставляют нам вожделенное приобретение, нетление, о котором воздыхаем и скорее приводят нас к Владыке нашему. Мы всегда благодушествуем, то есть не страшась ни гонений, ни наветов, ни смертей. Заметь мудрость, как скрыл имена смерти и жизни, и первую назвал водворением у Господа, а последнюю отшествием от Господа, дабы никто не привязывался к настоящей жизни, как отвлекающий от Господа. Потом, дабы кто не сказал, итак что же, тело отчуждает нас от Бога, отклонил это возражение, сказав, ибо мы ходим верою, а не видением. То есть, хотя и здесь мы знаем его, но отчасти, ибо это значит верою, а не лицом к лицу, что означает видение. Если же так, то желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Не сказал достигнуть нетления, но что превосходнее быть с Господом, ибо это важнее нетления. Эликсир молодости всегда пытались заплести, но важнее быть с Господом, это что такое нетленное? Все хотят быть вечно молодыми, придумывают там всякие таблетки, лекарства, занятия, там, омоложение. Нет. Не этого нужно, а нужно быть с Господом, ибо это важнее нетления. У кого какие замечания, предложения, комментарии? Вопросы. Вопросы. Продолжаем? Продолжаем. Десятый, девятый стих. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему, с большой буквы, угодными. Толкование. Главное, о чем должно заботиться, состоит в том, чтобы благоугождать Богу в жизни. Дабы, слыша об отшествии, ты не подумал, что его одного достаточно тебе для спасения, говорит. Старайся отойти благоискусным. То есть веди и здесь жизнь, благоугодную Богу. Вот это то, о чем мы сегодня как раз пытались говорить. Хотели в этот разговор и нашего пастыря тоже ввести. Ну, батюшка кое-что сказал нам, кое о чем не стал говорить до конца. Когда пытались вопрос поднять... Должен ли пастырь благовествовать тоже вместе с посовами? Ну, не услышали ответ до конца. Батюшка сказал, что он своим делом занят. Его дело, это значит, наставлять пасту. Я думаю, что пример должен пастырь давать и в этом тоже деле, и благовестие. Так что, в общем, брат, то, что сказал, спросил у батюшки, мне это было не наво.
Это Игнат Тихонович эти вопросы поднимал. И многие, кто уходил, братья, здесь тоже такие вопросы, бывшие братья наши, поднимали эти вопросы. Даже некоторым батюшка не нравился, поэтому. Но батюшка, обладая чутким сердцем, смотрит вдаль, и он то, что сказал про московскую патриархию, как бы это его очень сильно заботит, чтобы мы в своем рвении не задели тех слабых струн московской патриархии, вот этих их прихожан, чтобы не было там лишних обид, разногласий каких-то, но чтобы, в общем, была дружба и любовь. То есть он об этом говорил нам. И сказал, знаем, как вы проповедуете, были у нас такие проповедники. Ну, говорил, мы поняли, о ком он сказал это. И действительно, вот такое было. Нам нужно этот пример взять для своего назидания и не быть такими неправильными или лжепроповедниками, а благовествовать то, что Христос заповедовал. Покайтесь и веруйте в Евангелие, Господь сказал. И достойные плоды покаяния должны люди приносить. Мы знаем, о чем стыдно беседовать. То есть тут страха никакого не будет. И я думаю, что тот талант, о котором Господь говорил, этот талант как раз и есть вера. Вот мы не видением ходим, а верою. Господь дарует веру. Если человек сидит здесь, да еще причащается, подходит к причастию, ясно, значит, он находится при полном исполнении всех заповедей Господних. А иначе тогда как бы он подходил? Правильно? Правильно. Ну а талант, один талант, который дал Господь и не сохранил его этот, это что за талант? Талант веры. А иначе как без веры угодить Богу? Татьяна Кузьминична, пожалуйста. Я вот хотела в защиту как раз батюшки сказать. Зря вы говорите, что он не проповедует. Во-первых, он в поезде ездит. Я сама свидетель, сколько он благовествует в поезде. Он говорит и со многими людьми. А сколько он ездил? Когда он ездит куда-то, за границу, он всегда проповедует, он у нас проповедник, слава тебе, Господи, он никогда не молчит. И мне сегодня тоже было огорчительно, что мы его огорчили сегодня своей вот этот, ну вот такой вот. Он так редко к нам приезжает, да мы вот до земли должны склониться перед ним, что он в таком возрасте больной, и он к нам ездит, а мы еще и огорчаем его. Нельзя этого делать. Я бы лучше на вашем месте не стал бы ничего говорить, защита батюшки. Батюшка не идолище, он сам себя защитил уже, все. Сказал, что надо. А при чем тут? Вот ты сейчас назвал это имя, зачем? Вот так сейчас произнес, зачем? Ты прими это тоже к сведению своему. Ты бываешь тоже очень резким иногда. Ну, я специально, сейчас хочу сказать, что я специально это сейчас говорил для того, чтобы вы высказались до конца. И обо мне тоже уже. Да, я хочу к брату просто присоединиться, никак чуть не присоединяет меня. Понятно? Я не вижу ничего дерзкого, о чем спрашивал брат батюшку. Ничего дерзкого. Вы каноны не знаете церковные. Вы почитайте, что должен делать священник. Вы за голову возьметесь и скажете, батюшка, так ты у нас куда идешь? В ад или в рай? Там столько канонов ко священникам есть. И главное из них это наставлять пасту свою и показывать пример благочестия и так далее и тому подобное. А какой не первый пример благочестия, как идти благовествовать по городам, по улицам, весям, не где-то там в поезде сидеть, о чем-то беседовать. Это понятно, беседуйте, конечно, и я беседую. Но выйти к людям, написано, выйти. Сеятель вышел, сеятель сеял. Везде. Везде падало. На перекрестке написано. Даже Кирилл, патриарх, который, ну не так нами почитаем сильно, но однако и он в 2003 году еще сказал, и напечатали в газете «Труд», написано, вы, священники, думали, что так будет все время, будут храмы наполнены, но оказалось не так. А вот теперь, говорит, затяните ваши пояски и выходите на переулки, улицы, о чем говорил Христос. И зовите всех на брачный пир. Вы понимаете, о чем идет речь? Не только в поезде должны, не только наркоманов и пьяниц мы должны спасать. Но вот простой народ, который мимо ходит и знает, как вам ответить. Он даже знает имя Христа, и он вам ответит, этот народ. Вы только выйдите к нему, он вам скажет в глаза все, что о вас думает. А, понадевали тут платки, бороды поотращивали здесь. И матом еще. А нужно идти к таким. Все в один котел, нельзя сваливать. Алло.
Давайте ближе. Давайте. Не делайте такие мрачные лица, сестры, улыбнитесь. Пост же идет. Я вижу, выйти из коматоза не может никто. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Толкование. Зная, говорит о страшном суде, мы делаем все так, чтобы не ввести людей в соблазн. Ибо сие означают слова «вразумляем людей», то есть «врачуем от соблазна». Ибо мы подлежим осуждению не только тогда, когда сделали что худое, но и тогда, когда, будучи в состоянии удалить повод к подозрению и устранить соблазн, не делаем этого. Богу же мы открыты, ибо Он знает, как мы проводим жизнь, и нет нужды убеждать его, как убеждают сомневающегося. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Как хорошо знающим все касающееся нас. Поэтому нет нужды убеждать вас, будто потерпевших от нас соблазн. Вот о соблазне как раз. Вопрос. Вот, да. Вот апостол Павел говорит, и вот знает, мы Богу же мы открыты. Бог называется личностью, Богом. Надеюсь, что открыты и вашим совестям, совестям. То есть он говорит не вам открыты, Богу-то он назвал Богом, а здесь он говорит вашим совестям открыты. Почему он не сказал просто «и открыты вам» просто? А почему он обратил внимание на совесть? Вот такой момент интересный в Священном Писании. Что открыты и вашим совестям. Почему? Не вашим рассуждению вашему, не суждению вашему, а вашей совести мы открыты. Почему он упоминает слово «совесть» в этом контексте? Кто хочет ответить? Людмила Степановна. Я хочу сказать, что совесть – это когда человеку не хватает знаний, не хватает знаний Слова Божия, то Бог начинает говорить с ним через совесть. Понимаете? Когда всегда, как говорят, часто, когда неверующие люди, они совестью обличаемые. Неверующие, но совестью обличаемые. То есть Господь через совесть говорит им, обличает их. Он не дает им спать. Совесть их обличает. Я так понимаю. Да. Самое главное судья изначально заложено. То есть совесть это то, что дает связь человека с Богом. И если мы видим, что открытый вашим совестям, то есть это та часть человека, которая может рассудить, в соответствии ли с Божьим законом поступает человек или не в соответствии с законом Божьим. И если он говорит об открытости своей лично этим совестям, значит, он говорит, что вот теперь и посмотрите, как я поступаю. По совести я поступаю или не по совести. То есть, и вот каждый в соответствии со своей совестью и судит. Вот мы же говорим о чем? Мы говорим именно так, как наша совесть говорит. У кого-то она сильно его обличает, он одно говорит. У другого она меньше обличает, он другое говорит. И по-другому судит о каком-то явлении. Вот сейчас сегодня были явления, у нас произошло какое-то событие, там был диалог, диспут. У одного совесть одно говорит, у другого совесть другое говорит. И в зависимости от того, у кого какая совесть, мы и рассуждаем об этом. Вот, поэтому правильно, о чем он сказал, конкретно в самую точку, открыты вашим совестям, потому что именно совесть судит и вас, и нас. Ну, а по совести Бог будет судить нас? По совести. По совести. По закону совести. Своему будет судить нас, по закону Христова. По закону Христова. Чтобы у каждого совесть своя. Речь-то я вела не о верующих, а речь о неверующих. Что неверующие, Бог через ними, через них которым не проповедовала Евангелие, ты хотела... Да. Те будут судить через совесть. А люди, которые знающие Слово Божие, они, конечно, будут судимы по Слову.
По Богу. Так не наше слово. Так не написано. Слово, оно будет судить в последний день. Слово будет судить. Потому что у каждого своя совесть. Вас как говорит судить? По книгам или по совести? По совести. Вот, там был такой персонаж литературный. По совести. Вот. Нас лучше по совести. То есть совесть уже продажная, мы с тобой договоримся. А в книгах много законов. А у Бога не так. У Бога только один закон. А совести очень много. Ну, ну и что, до чего договоримся? Ну, смотрите. Сейчас я немножко... Совесть не дает спать, значит, неправильно попытаюсь. Она обучает, она побуждает. Давай, Игнатий Тихонович, слово. Давай, не будем. Игнатий Тихонович. Да, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, вопрос о совести. Почему так? Вы первый стих-то забыли, с чего начали. Угу. Это уже четвертый вопрос. А вы к нему переходите, а первый вопрос оставлен. Давайте я напомню сейчас. Да я могу напомнить, я сам. Выходясь или находясь, быть угодными Богу. Слово в чем? Вот в темном месте. Людям сказали, быстро расходитесь. А что значит расходитесь? У каждого сразу мелькнула мысль, куда? Какой курс? Если никуда, дом один стоит, и вокруг одна пустыня ледяная. Куда? В смерть. Ну куда выходить? Это единственный дом, в котором есть тепло, заготовлено летом. А дальше-то ничего нет, одна пустыня ледяная. Вот и вопрос. А здесь говорит о том, что мы находимся в теле, душа. Душа – это дом наш, вот это тело. Находясь ли в нем, или выходя из этого тела, должны быть угодны Господу. Вот теперь и вопрос. А где этот путь, который подведет к тому, что угоден? Вы рассуждать вначале уже... Совсем в концовке. И поэтому вам трудно сейчас ухватить весь смысл. А смысл в том, что цель-то должна быть поставленная. Мы говорим, Царство Небесное. Отлично. День воскресения. Точно. Но перед ним была Голгофа. Нету Царства Небесного без Голгофы. Нет воскресения без пятницы. Да. Вот в этом весь смысл. А что пятница? Это для меня, я выхожу из тела, умираю. Находясь в теле, это четверг, еще мой ноги, еще баня интересуюсь и другими. Цель должна быть одна. Вот тогда мы дойдем. Но 20 человек и не сказали цель, в каком месте есть лучший дом, где тепло есть. Так куда ты пойдешь-то? Человек, который бежал из ГУЛАГа, он знал, куда бежать. Он знал, надо на юг. Но на юг кидались все искать. И поэтому он пошел на север, а туда никто не пошел искать. Немец один, который в ГУЛАГе был, побег из ГУЛАГа называется. И там он даже в тюлене, где стреляет, и этим путем сумел себя сохранить и ушел. Первые христиане реалии будущей жизни представляли наяву сегодня. Они просто, да придет царство твое. Да придет, оно должно сейчас начаться отображаться уже. Для них смерти не было, был переход. Находясь в теле или выходя, выходя вот этот самый переход, а они его усвоили как мусульмане. Я говорю, вот в школе преподают ученик первого класса. Кем ты хочешь быть? Ну задайте в русских школах, кем? Космонавтом, если она, ну кем? Фотомоделью, там артисткой кем-нибудь. Ну то есть на букву Б она будет, больше она никем не будет. Понятно, без мужа наживать будет или аборты делать. А этот кем? Да никем ты не будешь, ты пенчушкой выше вором, как отец твой. Он ничего не умеет больше делать-то, он только помогает в магазине, ящики таскает. Цели нет. Цель есть у кого? У мусульман и у евреев. У них цель есть. У евреев овладеть всем миром. Дабы обещано исполнилось. Но своими человеческими силами, когда человек делает, то вместо Бога является сатана. Да хотя старался. Ну старался он и пришел. Плоть вызывает плоть, обратная. Никак люди не могут понять, а что нужно делать? Вот эти обстоятельства, мне сейчас только в интернете заходят, а вы могли бы дать интервью, ну, по скайпу сказать, политические события разъяснить? Вот у нас так объясняют, вот патриархат киевский так говорит. Вот, ну как? Я сказал, до 17 Москвы можете ко мне прийти. А что, у вас уже отвечено? Ну да, вот еще раз одним юношем говорил, он из баптиста, пришел в православие. Уже вторая беседа была. И у него вопросов столько, за эти неделю, две мы не встречались, он из Харькова. И он говорил уже, и теперь, выходит, я неправильно сказал, он уже говорит, он не молчит. И кому? Баптистам.
Другая отошла от пятидесятников, харизматы где-то. И она сидит, я в таком унынии, в таком расстройстве. Она перешла уже православную, все, ходит. Но ей нужно сделать разбор ее пути, завалы эти убрать. Никого нет, никто не убирает. Ходить не надо, а я и не хожу. Я ей говорю, что есть такой хороший миссионер в Томской епархии, Степаненко, мы о нем молились, Максим, которого за слово бы тогда захватили, а женщина назвала одиночек, который наживает без мужа детей-то где-то. Я говорю, к ним войти, да, я, говорит, с ним уже встречалась. Я еще не встречался, она встречалась. На ролик-то стоит, я Степаненко сразу скинул его. Ей нужно конкретно сейчас показать, как выйти из этого состояния. Она была, мать моя умерла рано, я была наркоманка, ушла из дома там в 12 лет, ну как Мария египетская там, все делала. А теперь ее там наркозависимых разблокировали как будто, и они тебя в худшую яму толкнули. С вами можно было говорить, а сейчас даже нельзя. Ладно, ты к православию прильнула. Выходит-то. Они никуда не могут привести сектанта. Почему? Они не знают пути церковного, не знают. А мы сделаем, он не будет петь. Ну, вместо одной болячки, две других, как у Кашпировского. Чего он лечил? Лечил руку, заболела печень и почки. Он не может, демон, уйти. И речь идет, борьба насмерть идет с сатаною, который пленил душу. И вот надо быть угодным ему. Как? У всех у нас задача должна быть такая. Я готов умереть. А какая цель у мусульманина? Его спрашивает первый класс. Он говорит, а мой брат шахид. Он подвязался поясом такой, который взрывает-то. И в Волгограде-то он рванул-то. 70 человек утащил за собой-то. Я тоже хочу быть таким. Ему сказали, что это рай. У русских-то нет никакой цели, никакой. Они блудливы, в армию брать некого. Они изблудившиеся, комиссия их комиссует совершенно. Комиссия берет 100 человек, говорит, едва 15 человек только взяли. Изблудились, испились, изнаркотились. России-то нет уже фактически-то. Нет. Недавно Герман Стерлигов говорит, я в чем-то не согласен. Ну, правильно, говорит, да, ну там 120 миллионов. Давайте сколько? Откинул пенсионеров. Могущих, которые что-то сейчас делают, это 5 миллионов настоящих всего. И вот давайте из этого говорить, что забор строите, за забором дома строите, чтобы каждая баба была беременная и рожала. Через 20 лет посмотрим, что получится. Дурь, нет, нормальная, это нормальная программа, другой программы нет. Это Смирнов говорит. У них 8,1 ребенка в среднем, а у нас 1,8. И что ты хочешь? И они все готовы умереть. Вот говорят, они там, боевики, защищались. А плен кого взяли-то? Случайно без памяти лежит-то, ни один не сдается плен. Зачем, когда я в рай иду? В Афганистане, когда русских приняли, ну, принимаешь мусульманство? Нет. Его ведут, режут голову, он идет, плачет. Они говорят, нехорошие люди эти, шурави, это русские. Его ведут на казнь, он плачет. Да разве можно плакать, когда ты Аллаху идешь? А у русского нет веры. Когда была вера, посчитай жития святых. Они искали этой смерти, они выходили. Казнят христиан, и вдруг он посреди этого, его гордее звать, вышел посреди стадиона и говорит, какой сон людей замучили, это лучшие граждане Римской империи, идолопоклонники, вы все погибнете. Все глаза будут, это кто такой? Арестовать его. А он начальник большой. Там Мина, Ермаген, это были градоначальники, губернаторы. И начинается казнь. Они шли как на пир брачный на эту казнь. Вот что впереди говорится. Находясь в теле или выходя, быть угодно моему. Богу это угодно, другого нету. Просто другого пути нету. И когда вышли из этого дома, то есть в этой жизни мы обиходили себя, и идти только в одном направлении. А у православных кто куда разбредается разные. Патриархаты там друг друга не признают, униаты. Все разбрелись, но место только одна Голгофа. Одно царство-то. Вы в разные стороны пошли, люди. Пройдите через Голгофу. Без Голгофы нельзя достичь Гефсиманского сада, где воскресение Христа будет. Что тут непонятно? Разбирайтесь сегодня. Мы вернемся еще. Если я не говорю на собрании, легко сказать, будет говорить на тот, кто удостоится здесь быть. Я покажу по полочкам, по словам, как это было сказано. Почему? А собрание уже молились. Я всю неделю молился. И оно вышло так, как должно быть. И вот этот апостол Павел об этом говорит. Быть угодным ему. У меня, да будет воля твоя, вот это и есть быть угодным ему. Привыкли вот что-то выпрашивать у Бога, как говорится, клянчат на каждом шагу. Я всем доволен, у меня все есть. А вы в чем нуждаетесь? Я? Ни в чем. Совершенно, совершенно.
Я только прошу, Господи, ну пусть будет так всегда у меня. У меня все есть. Я сегодня пообедал, а вечер, да Бог его знает. Садимся за стол, Володя сейчас говорит, а это пирожки, откуда пирожки на столе лежат? Я говорю, я видел вроде по спине, дверь открывала Татьяна Капустина вроде была. Картофны не твои? Я даже не рассмотрел, там уже на столе лежит. Вот, Надежда Васильевна, говорит, дала. Я уж запрещаю, вот эта новенькая Татьяна, Новика, вот, ребенок, внучка ее, запретил готовить что-то. Она прям вот так охота ей сделать. Не надо, мы не нуждаемся в этом. За все это надо отвечать. А то угодно быть Богу. Никому ничем не будьте должны, кроме взаимной любви. И вот первые слова, когда ты прочитаешь, у тебя четкая теперь мысль. А остальное в это вписывается теперь. Все, сей, разбрасывай зерна. Одна цель. Мы идем через Голгофу. Все время надо помнить, мы идем со Христом, там Голгофа. А за Голгофой воскресенье, оно очень близко от него. Ну, близко, рядом, а третий день. Вот что впереди считал, когда мы это поймем, вот в одно русло войдем, теперь нам легко разговаривать. Нам спорить не о чем, мы идем в одно место. Спорят когда? Когда все поврось. И каждый, а ты куда идешь? А ты как веришь? У нас все одинаковое. А теперь немножко, если можно, то вернуться к этому. Выступил Сергей. Батюшке сказал. Не та интонация. Вижу, сам Сергей заволновался. И такая у него даже не совсем ему свойственная жесткость. Он мягкий человек. Вот он сидит. Да, слово сказать. Я еще говорю. Вот я на кого направляете, чтобы были. Вот Дыбунов перед собой раз поставь, чтобы видели, а с кем разговаривают. Жолнеру начинаешь говорить, вот так вот поставь, чтобы люди считали и знали. Вот сейчас я раздам кому. Ну это Лапкин, это я. Алфимова где у меня? Вон. Вот, возьмешь перегрудь высоко, чтобы тебя было видно. Борисова есть, нет? Да. Вот так на грудь поставишь себе. Что-нибудь попытайся. Пащенко, вот он рядом. Вот мы на него поставим здесь. Угу. Пупков, пожалуйста. Лапкина Надежда, Говоруни, на. Так, Гончарок Александр Михайлович, где она у меня? Вот так. Прямо посередке груди скажет. А кого еще не дали, кто будет говорить? Скажите, Надежда Васильевна сказала, взять с собой фломастер и написать вот такие вот. Ну что теперь смотришь, как первый раз видишь? Каждое утро ты приходила, я тебе про это говорил. Ты будешь писать. Пусть вот такая будет, а потом остаток можешь спилить. Вот. Где? Нету, фломастер не взяла, потому что что в одно ухо залетело, а в другом не застряло. Вот, смотри, кто я. Все ясно. Вот мы ездили где? Вот так берем. Италия, Рим. Чтобы люди знали, берем Италия, Ватикан. Вот были там Испания, Мадрид. Где бы ни были, Севастополь, Черное море. Надпись сфотографировались, идет съемка, все понятно, никто не спрашивает, где мы? Азербайджан. Берем, Турции нету, быстро напишем. Николай Крущин написал. Тут постаралась. Я не вижу, где она мне, Надежда Ивановна, это по льгу его спряталась. Она красиво написала, щетка. Ну, все мы не предусмотрели. Она здорово нам помогала. Только вскинул я и все. Кто-то будет говорить, пожалуйста, сначала покажите руку, она напишет, подаст, потом говорите. Без надписи сегодня не говорите, чтобы люди увидели, кто мы такие. А то спрашивают меня постоянно. Смысл понятен? Ты задал вопрос правильный, но ты так его задал, что его можно легко было свернуть. Свернуть, ну, если голова есть у предложения, так его так легко повернуть. А как надо было сказать? Предисловие, у тебя его не было. Ты самую сердцевину когда взял и прямо в атаку пошел. Ясно дело, что она ревнует о батюшке, она возвысила голос, да она сразу ее затишит и то другое. То есть ты спровоцировал, дальше уже пошло неуправляемый процесс, почти неуправляемый-то. Карабах. Я смотрел и думал, эх, вот так надо сказать, этому вот так. То есть я эту режиссуру в уме прокручивал. Ты бы сказал так, батюшка, а вот почему так вот в основу-то это не поставлено, чтобы каждый благовествовал? Ну, кому надо? Ну, надо-то надо. Ну, почему-то 100% старые-старые, 84 года, инвалид второй группы по зрению, и она идет и свидетельствует другим, потому что она свидетельница Иеговы. И она мне пишет письмо. И в одном письме 74 ссылки на Библию. Больше ничего не надо. Я ей книгу послал даже.
Вот как. Почему батюшка у нас не поставлен? Почему мормонов это поставлено все до единого? Ну, кому надо, что, запирать их? Батюшка стал отвечать, как обычно, патриархийно отвечает. Почему? Он порождение этой системы оттуда. Ему просто другое, это когда он пошел, тут правильно сказали, пошел он сам, его перемололи бы, а не просто я сижу делаю. Апостол Павел был что? Разве не священник? Они прикрываются, а я священник, делаю свое дело. Это его слова. А это еще дело. Если я не благовествую, это Павел говорит. Не просто епископ, митрополит, а апостол, даже не патриарх. Патриарх-то ниже, чем апостол-то. И он, Павел, говорит, горе мне, если не благовествую. Батюшка эти слова почему не говорит? Вот его здесь ошибка. Он должен был сказать, да, в самом деле так. У него тоже не было, он беспокаянный в этом вопросе вышел. Мы его неоднократно звали. На колени падал я, чтобы никуда ты не ездил, батюшка, ты сиди дома. Зачем каждый год едешь там через весь союз это? Это мы говорили. И он говорит правильно, да, хороший батюшка, не сребролюбивый там, он не торгаш какой, но это никто не отнимал. Горе, горе тебе, если ты не благовествуешь. А как? Везде. Именно поехал ты не повидаться, не литургии совершить. Вот скажи, а может священник быть без литургии? Да ты что, никогда. А может священник сказать, а я буду только литургией, а не буду, а как если считать? Не может. Ну а может священник служить, чтобы кадила не было? Не может быть. Так они благовестие ниже дыма поставили. Что тут непонятно? Без благовестия живут священников, возьми их, ну 250, Алтайская епархия. 250, и ни один не идет. Ни один не идет. Мы берем, ну сколько, 15-18 тысяч священников патриархии. Многие пошли, да еще как пошли. А без кадила нельзя, на рукавнички не нацепит вот этого, не привяжет. Нельзя служить. Антиминца нет, забудь. Никакой литургии не будет. А благовестия нету, основа основ. Христос говорит, идет на небо и так, идите проповедуйте Евангелие. Это главное настояние. Дух Святой придет и наставит, не написано, научит литургию совершать. Не научит выходить с кадилом, не грызи ноготь. Так, понятно? То есть здесь не показали ревности, не батюшка не показал. Сергея ревность как-то вспыхнула, оно куда-то его пламя задуло, кособоко пошло вот так вот, ну как у свечи, перед тем, как задуть. Его даванули, и он, ты правильный вопрос поднял-то? Но отвечать начали совершенно неправильно. А другой выходит, он молотит языком и не знает, в какую сторону. Алексей. Я начал говорить, а меня бы сейчас кто-то прервал, написано, будет другое слово, первое замолкни. А у нас так, другому слову в это время, ладно, замолчи, я еще не кончил. Второй раз, ладно, замолчи. Писание так не учит. А учит, ты начал говорить, говорит, и говорит правильно. Но в это время у другого слова, и он встал, а ты замолчи. Так он не кончил. Понимаешь, на улице, в залах, заседания, это правильно. Но у верующих по-другому. Потому что это свободное наше общение молитвенное. Это апостол Павел говорит, 14 глава, 1 послание к Коринфянам. У нас православных вообще этого ничего не знают. Коснулись такой важной темы, и так ее скулемали. Я посмотрел, вот знаешь, как грязное что-то скрутили, намочили, не постирали, да и выбросили. Не просохнет теперь 10 дней, еще кваситься будет. Ни одна прищепка не выдержит. Как это все просто было сделать-то? А уж Надежде Васильевне дали слово, она на третий раз повторяет одно и то же, красуется сама себя, говорится, любит и целует сама себя. Не надо, сейчас не надо. Не надо подправлять. Я еще сказал, только думать надо. Иначе ты легко сказал, я машу, моя еще не надо говорить, она не чувствует, где нужно тормознуть, где ухаба. А никаких дальше, говорится, шпарит. И все. Уже все разбивается. Уже баки горючего самолета отлетели, уже все ясно, он не поднимется, а она катится и катится, а катится поперек канав. Шаврина, когда забросили, у него такое было. А за цель-то было главное убить Сталина. Вот как надо делать. То есть махнули, я, тем более я имею власть над ней. Ни один человек на земле не имеет над ней такой власти. А ей ноль внимания. Она, говорится, закатила глаза и по полю пошла хвост дудкой. И не остановить ничего нельзя. Как в жаркую погоду корова бзыкнула. Я смотрю, раз, другой сигнал даю, третий. Да замолчи, уже нельзя. Я чувствую, она уже переехала. Все возможные меры, никаких. Опять, какой ты, кто ты такой, ты лезешь? Мне тут. Нельзя это. Сразу махнули рукой, легонько села и все. Во-первых, Писание учит так, а в-третьих, учить не позволяя. А в-третьих, мне повеление дано. Махнули рукой. А каяться и все это покаяние-то, оно как надуманное. Потому что завтра будет то же самое. Я знаю, где истинное покаяние, там молчание, тишина наступает. Меня допрашивает епископ. Да я его, когда он говорит неправильно, на втором слове срежу.
А я за все время не проронил ни одного слова. Каждое слово, зря не записали. Я на бумаге только что-то успел. Да ладно, памяти Бог дал. И теперь я дома буду рассматривать и смотреть, сколько он мне слов хороших сказал. Вот тут неправильно, тут он от себя на меня решил переложить и проще. Вы не даете мыслям созреть, не даете сформироваться в предложение. Не даете возможности мыслям этим, одна на другую не наплывать. Ну, уже начал говорить Алексей, тут вообще из другой области. Почему? Сам не идет, никогда не идет. Все это философствование. Тот человек, который идет, который пережил, которого крутило, било на поворотах, вот, тот он может сказать. И он бы сразу остановился. Брат начал говорить, он бы сразу сказал, и кто из них первый сядет? Ни один. Этот отошел, попятился, вот тебе и возьми. Я же сегодня Надежда Васильевна сказал, как это было? Уже не один раз Игорь делает замечание. Я сказал, больше в тот зал не заходи. Повторил три раза, глянул, она уже там, в том зале. Да я сказал, сейчас не надо, не надо причин, не надо комментариев. Его вызывают, когда поймали немецкого. Я говорю, тебя оставляю сейчас на два часа, от меня, как от махмота. Да пошел ты. Это жест не просто жест, а жест презрительный. Всю жизнь машет так. И он говорит, я тебя оставляю на полтора часа, сейчас зайду. Ты должен ответить одним словом, да или нет, сотрудничаешь с нами или нет. Нет, значит, сейчас тебя расстреливают. А с тобой с ним рядом сидит жена, обоих арестовали, партизанский командир. Да или нет, комментарии не нужны. Ты сейчас слышала при всех, в тот зал не заходи, его увидите, будет заходить, нет. А здесь, где сидеть, а вот здесь, которая как поворачивается, около вешалок, сиденья, то, чтобы ни один ребенок, никто мимо тебя не мог пройти. Первое сиденье ей принадлежит. Ну, где, вот вы сидите там, вот... Нина где-то в самом начале скамейка-то. Прошла сразу, села и никого за руки не хватает. И видно будет, что ты что-то поняла. Увидите, как ее будут поднимать буквально на воздух. Ей надо туда. Она уже привыкла, все идет. Она любит, она хватает, переворачивает. Ну, вот это эквилибристика словами и руками. Этого делать нельзя. Я дал повеление. Видишь как? Вот покаяние. Было покаяние, как крутится, как говорится, уши на сковородке. А дали слово. Промолчала, тихо. Я делаю замечание, тем более, с радостью. Ни с кем не шептаться, не разговаривать. Покажи смирение. Ну, я молчал. Почему тебе не молчать было? Меня вызывали сразу несколько человек сказать, и я не пошел. Даже нужды никакой нет. Могу молчать месяцами. Почему? Дух мне подчиняется мой. А ваш дух вас не подчиняется, значит, он враждебный вам, вашему духу. Начали говорить. А дальше сказали так. Конечно, батюшка правильно сказал. Селом не заставишь. Ну хорошо, что подняли. Итак, дорогие наши соотечественники, мы сегодня опять идем. Кто пойдет? Это не просто Евангелие раздавать. Это не просто раздавать. Хотя бы ничего больше не делали. Хотя бы раздавали не Евангелие, а разделили его по листикам. По одному листику раздавали. И то полезно будет. Когда в заключение поступали какие-то посылки или что-то, сало, масло, все разрезают-то. И они дома заранее вот так взяли, разрезали. Но вот в этих-то, которые пластики там свинины, то вот два пальца там, там прокрутили, туда листики завернули, там целлофанчики, туда сунули в одно, в другое, в третье. А эти-то уже знали, они тут распечатали все вместе. И теперь по разным отрядам в лагере, по, а листиков по 10, по 15. И все Евангелие, каждый себе переписывал и менялись. Вот как, ценить надо. А не то, что Евангелие дали. Евангелие дал, ты сделал больше, чем апостолы, все вместе. Почему? Они сказали, ушли. Слова развеяли, забыли. А ты в письменном виде дал слова тех же апостолов и о том же Христе. Не надо уничижать. Аллилуйя. Но надо и побеседовать немного. Это великое дело, что патриархия издала, я не знаю, сколько там, 1050 Евангелий или больше. А нет, нет. Мама нет. Говорит, у них только в деревне 3000. Ну, вот так. Вот смысл миллион, какой. И миллионы. Мысль, которую вы да. Здесь не захватили, меньше. Речь идет быть готовым пойти через Голгофу. И идешь, когда на благовестие, это первый шаг к Голгофе. Без Голгофы никто не войдет в Царство Небесное. Это следуй за мной, Господь говорит. Следуй за мной, когда он был на земле. А за ним идти, и ты видишь, там вот идет, идет Христос, и вдруг... Пошли кверху следы. А потом вниз уже кроваво, его несут. И дальше он идет воскресший. Мы должны этот путь пройти. А не так, я так умно сделал, мне никто не знал. Вот он сидит, монах, это 100 прибыль у него. Да у него ничего за 100 лет, ни 1% нету. Как? А как, говорит, быть посланным, если не будут, как проповедовать, если не будут посланы? Они не посылали. Я говорю, в символ веры надо прямо поставить это. Необходимость. Прекратить исповедь людей, которые не ходят на благовестие.
как люди, противные Духу Христову. И все, и сразу дело направится. Все пойдут до одной. А я пойду тогда по патриархии везде, чтобы одинаково было. Не так, что оставили лазейку червям. Никто на исповедь не пойдет, пока не будет на благовестие. Вот и все. Вот у иеговистов так поставили, и они все идут. И везде так было всегда. Все. С пустыми руками в храм Божий не являются. Еврей никогда не являлся. Мы видим Тавита 1.8. Вот о чем я сказал бы, если была возможность. Ты тронул, но не хватает мудрости. Смирение. Спасибо. Тут мудрость и смирение должны слитные быть. Теперь вернись, последние слова прочитай. О чем вопрос? Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. То есть, это говорит о чем? О том, что вы нас хорошо знаете, мы у вас были, еще вам доказывать. Вы видите, что мы по совести все делали. Все должно быть честно. А народ разве узнает? Узнает. Вчера мне пришлось отвечать на один вопрос про меня. И открыть до слова Божия не туз. И там, какие характеристики давали мне, кого допрашивали. А когда я освободился, я реабилитирован, то закон гласит такой, я иду в суд краевой и прошу, дайте мое дело. Я не обязан дать. Если преступник, ему никогда не дадут. Это не, пока не будет решения суда. А мне они обязаны дать тот же день. Но чтобы я что-то не выдрал, рядом со мной сидит следователь. И сидит, я день пишу, он второй день сидит и читает книжку. Я ему говорю, а вы знаете, с кем разговариваю? Кто сидит с вами? Нет. Я верующий, я ничего не выдержу здесь. Иди, занимайся своим делом. Он как хватил город, куда там? К Маньке, к Таньке. Ушел. Вечером приходит. Ну все, да нет, еще дня два приду. Я все выписал. И все, кого допрашивали, о, мы Лапкина дом знаем, это очень честный человек. Другого допрашивает баптиста. Я знаю давно, это очень-очень, два раза слово, очень честный человек. И все слова честный, все подчеркнули. Одни что-то знают про меня, другие только слышали. Это допрашивали кого, их допросы следователь записал, они расписались. С моих слов записано верно. Собственно, ручно просчитано и прочее. Слово честное во всех абсолютно считаю. Почему? А я об этом и не думал, потому что. Слава имеет такое свойство, говорит, это люди гонятся за ней, чтобы меня узнали, про меня сказали. Она дальше убежит. Но когда ты от нее отпихиваешься, да зачем мне это нужно? Они, наоборот, все это будут. Я не знал, что они это говорят. Это в разных республиках. Я узнал, когда выдали мне дела. Я сидел и все переписал. А теперь в книге, которую вы рукой задеваете, можете взять, почитать. Вот как дело обстоит. Ты Богу доверься, и это качество жизни во Христе, она высветится всеми красками. А следователь потом пришел, как можно было так отрихтовать? Люди в разных республиках, по всему Союзу, и все отвечают правильно. Это как надо получить? Да не надо, они видели, они и говорили. Я их не учил этому, что говорить обо мне хорошо или что-то. Это я вам говорю, откуда, как говорится. Вот об этом говорит. Мы открыты вашим совестям. То есть всем совестям мы были открыты. Открыты. И это пишет не кто-то. Сейчас он очень близкий к патриарху. Доктор богословия Балашов Николай. Там первая страница, которая для слова Божия не писали-то. Здесь был Игнатий принципиален до конца. Ничего сверх цены. Того, что магазина, я закручиваю 8 часов 20 минут на пленку написываю, а вместо чистую дают, я отдаю и ухожу. А как это может быть? Ну так, это как оброк, я взял на себя. Я взял на себя оброк. У меня на квартире все время люди жили. За всю жизнь ни одного рубля за квартиру не взял. У меня сидят люди здесь рядом, которые знают, 13 лет на квартире жил один. И ни рубля не было. Почему? Я даже не представляю, как бы я взял, когда это мой родной брат, когда у меня есть где жить. Но я маленько там забросил, говорю, если мне негде будет жить, я там сделал маленько, я приду, хоть где ночевать-то, чтобы было. Ну и так все и было. Так я говорю? Так. Вот так. Истина. И поэтому в людях это все отображается. Ты доверься Богу. И как это будет сделано, ты не знаешь. Вашим совестям открыты. Я не лгу, Павел говорит. А ты себя впиши в это. А тебе совести людей могут это сказать, или только ты для виду? Вот я для виду. Ничего не прошу вас, а просто говорю. У нас уже недели две, луковки ни одной нету. Просто, чтобы знали. И все. Но мы ничего не просим. А что это означает? Сведения. Еще ни разу не было, чтобы люди поняли и сказали, ну хитрый какой мужик. Вот все равно он выпросит где-то. Я дал знать.
Я не просил, ни один не скажет, что я просил. Я сказал, у меня нет угля, нет дров. Они, дрова есть у меня, а луковок нету, чеснок кончился. Все. Ну, не могли себя обеспечить, тем более другой. Володя один был, Витя уехал. Он говорит, в Испании были, во Франции, там мне на мне не до луку было. Ну, интересно? Да, спасибо. Теперь дальше. 12 стих. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. То есть, а так ты хвалишься. Павел говорит, я рассказываю для того, чтобы вы могли похвалиться нами. А у вас только смотрят, где оббирать. Так они насколько серьезно это. Виктор Андреевич поехал к парализованному, а православные ему туда же к Сергею записали. Ты знаешь, к тебе православные едут. Они приедут не зря, это квартиру у вас отнимать будут. Уж мы сидели, хохотали, хохотали. Квартиру парализованного отнимать. Вообще ужас какой. Но они понимают, так? Значит, такую дать-то зачем он, Виктор Андреевич, едет? Я что делаю? Не... Только отнимать. А он ли... О ком говорит-то? Вы знаете, что и лекарства, и все покупают. Ни копейки не могу отдать ему. Да все у нас такие. И апостол Павел говорит, мы даем вам повод похвалиться нами. Ты о себе скажи, что я даю повод вам похвалиться мной. Когда скажут, да кого ты слушаешь, она такая крохоборка, это жлобина. А другие скажут, нет, она не такая. Она, я знаю, помогает тут больные ездят в нашем доме, где-то что-то там убрать, ну по силе. Они обязательно люди это припомнят. И Павел это припоминает о себе. Вам надлежало, говорит, хвалить меня. У меня нет недостатка против прочих апостолов. За что вы меня клеймите? Он непрерывно напарывался на эту похвалу. А почему? Да вы такие жестокосердные, даже не понимаете, я все отдал вам. А люди поносят, ну ты скажи, да неправда, он же все последнее отдал мне. Не случайно Филарет Милостивый вошел в историю. Он ничем не отличался, Милостивый. Были быки, там пришли одни и говорят, пахать не на чем. Ну, еще Беларусь трактор не изобрели. Он говорит, да кого они стоят, я сейчас пахал, отдыхаю, это забираю, сам пошел домой. Один пришел и говорит, молока нет, ребятишек. Молока он уже все-все раздал, а богатый был, одна корова взял. Ну, у меня теленок. Вот этот теленок ревет, он говорит, теленка забери, орет, что я зря. Теленка забрал. Ничего нету. Пришел, есть нечего. А дети-то, жена сказала, да, пополам делим. Ну, все раздает, ну, думать надо, дети же растут. Ну, хорошо, не стал спорить. Заходят, они обедают. Дети. Ну, не как отца. Отца-то уж я свое истратил. Ну, как странника, может, примите пообедать. Ну, хоть как странника, поесть-то охота. А царя в это время указ был царю искать невесту. Сенаторы по всем краям земли империи едут. А царь какую любит? Он любит, чтобы она была не меньше, как 1,75 м, там, чтобы она была как тоненькая там. Ну, дальше начинает перечислять. Чтобы была умная, проверить надо, вы проверьте. И тогда их, когда наберут, такие, как Артаксерксу, ну, среди них свою Испирь выберут. Ну и где только были, они там проходят мимо, вон там березки-то стоят, а там какой-то дом. Да там бедняк один живет, он был богатый, правда. А у него есть дочери? Дочери. Да кажется, есть, какие-то на огороде работали. Это будущая царица будет, Мария. Вот как Господь сделал. И когда пришли, а у него ничего не надо, нет, на стол подать. Он к соседям такой пир устроил, но они говорят, мы не за этим приехали. Показывай свое сокровище-то. Они не знали, что царю нравится. Но на них, когда посмотрели и поняли, все в них здесь. Все сошлось, все 6 номеров, как облигации-то. Ну и когда к царю-то представили, 200 невест стоит. И царь пошел смотреть, кого не спросит, а то не так ответит, то не знает. Ну за что Испирь-то Артаксеркс избрал-то? Видите, какая она была. Когда шла, как она розы сорвала, как отвечала, как глаза поднимала. Он, подними глаза. Она все усвоила. И когда она еще лежала, лежит и ногу, комар по-теряевски укусил, а который учит евнух, не чесаться так, это не положено. Сразу раз. К ней все были расположены, она была царицей и спасла народ свой. Уметь надо слушать. Я услышал это в интернете, говорит, почему девушки такие, говорят, ну, как правило, такие тоненькие, все это. А затем, говорит, чтобы легче было в чужой дом проникнуть сквозь замочную скважину. А почему такие толстые делаются? А чтобы труднее было их оттуда выгнать. Как ее оттуда выгонишь-то, когда она полтонная? Вот так. С
всегда будете веселые и радостные. И тогда будет видно, истинное ваше покаяние или нет. Истинное покаяние дает радость постоянно. Я освободился от этого греха. А когда человеку напоминаешь, а вот ты сказал не так, он сразу начинает его корежить. Да нет, покаяния, покаяния не было, это обман. Покаяние – это освобождение от ненужного, от зловонного, от страшного, от поносного. Я покаялся, я теперь свой. А мне говорят, а ты вот так. Нет, я уже не тот. Я был на исповеди. И священник сказал, властью данной мне от Бога разрешаешься от грехов. Я возненавидел этот грех. Христос меня простил. Я другой. Вот заходил в исповедальную комнату и вышел. Я не могу удержаться от улыбки. Господи, Господи, от какой чумы я избавился? Кто туда заходил? Ужас! Вот вспомню в те двери на исповедь, когда заходил. И который вышел человек. Это абсолютно разные люди. Я внутренне это чувствую. Прихожу домой, все еще рот в улыбке. Вот вы запомните это. И вот апостол Павел говорит, даем повод похвалиться нами. Все, вперед, поехали. Посмотри, как человек меняется. Это сразу. И улыбка, и все другое. Ты правильно подай слово, правильное кушание. А она уже поймет. Один говорит, ну сегодня я им вжарил своим прихожанам, дал жару-то. А один говорит, у меня корова, говорит, бывает молока меньше дает. Я стараюсь ей повкуснее дать, а палкой не лупну ее. А если палкой будешь бить, она вообще тебе литру одну не даст даже. То есть если она не туда лезет, тогда ты, ну, огрею хворостиной, это не туда лезет. А если молока не дает, то это надо думать, что надо, кормить, дать. И она уже за тобой пойдет. У меня голубенок вывелся, который я говорил. И вот он сейчас большой уже стал. Я родителей-то отправил на чердак, а его нельзя. Он комнатный, и у него там нету майки, там у него трусов нет, а не рваные штанишки. И он еще чего не открывает, голое тело, то есть не выросло. Под пушки, под пушка-то там нету, это свитера-то. Его нельзя выносить. Но он ко мне привязался. Вот я из комнаты в комнату ухожу, он столько раз за мной летает туда-сюда. Я только остановился молиться где-то. Щетки у меня, он садится на этой щетке, у меня зубы перебирает, зубы клювом перебирает. Я сел разговаривать, гости приехали, он садится мне на голову и заглядывает. Ты мне глаз выклюнешь. Вот куда ни повернусь, почему? Мы сроднились с ним. А кто чужой придет, он не поймет. Из одного как-то два получилось, он не знает, к кому идти. Этого боится, а меня потерял. Так это ему 2 месяца нет еще. Это в интернете все стоит, сейчас мы выставили. Интересно? А всего интересно. Ничего. Маленький капшулёнок. А как называется ролик? Да кажется, слово «голубь» начинается. Там гости ко мне пришли, а старые, не отвергай старого друга, что ли, ко мне приходили. Глотки. Там слово «голубь» звучит. Да, дай «голубь». Ну, видела там. Ну, я его не посмотрела. Но я, понимаете, начну о чем говорить, я забуду, о чем начал говорить. Как дед Щукарь говорил. Особенно. Давай дальше. Прости меня, Господи. Толкование. Сейчас еще раз почитаю, 12 стих, может кто подзабыл. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Толкованием. Тот час же устраняет подозрение в мнимом тщеславии и говорит, что этими словами не себя самих хвалим, то есть возвышаем, превозносим похвалами, но даем вам повод хвалиться и красоваться нами пред лжеапостолами, которые поносят нас. Дабы вы имели что сказать и чем похвалиться о нас пред лжеапостолами, которые хвалятся лицом, то есть делают все на показ для виду, ибо они были таковы, носили личину благочестия, а в сердце не имели ничего доброго. Повелевает же хвалиться не всегда, но только тогда, когда лжеапостолы превозносятся. Продолжим. Вот сейчас выступил Андрей Кураев, выступил материал. Ну, Андрея Кураева опровергать как, когда он в таком кругу и вращается? И какое качество говорит? Ну, всегда это священство, это трусость и корысть. Корысть и трусость. Страшно боязливые, боятся потерять свое место, и везде корысть. Вот я, говорит, знаю, любое... Ну, мы в школе учились, говорит, какой-то сосуд. Из него из трубы А вливается вода, из трубы Б выливается. Ну, и там влилось 10, опять вытекло. Сколько осталось? Ну, как ученика мучает сколько. Так и здесь. Я, говорит, знаю пути, которыми деньги вливаются в патриархию. Но пути, которыми они разбазариваются, я по сей день не знаю. Я только чуть-чуть мог узнать. Вот его ставят настоятелем. И он теперь помощник там епископа. Все.
семинаре договорились, и городская администрация взяла опеку над семинарием. Платит сколько требуется учителям. Но на священников, на другие наложили, епископ наложил на семинарию. А ему говорят, так вам теперь это платит. Я, говорит, пошел туда деньги, которые перечислили, вернуть на свой приход. А там сидит родственница, там, настоятеля или епископа. А что ты пришел-то? Ты сам изыскивай. Да мы вам отдали, вы же говорили, но теперь-то это городская администрация держит. Уже все деньги назад никогда не вернут. И он это все мне сегодня утром скинули, дескать, посчитайте, я знаю это. Корысть. Все за деньги, все. Любая свечка, все за деньги. А это почему? А это корень. Корень всякого зла есть сребролюбие. Корень, его надо рубить, а назад и горло перервут. Да попробуй, тронь. Если все эти джипы, все на чем ездят. А другие священники сельской местности кормиться нечем даже. Продают последнее, чтобы деньги выплатить, иначе архиерей говорит, я тебя смету отсюда. Это отец Павел вам рассказывал. И вот так. И сколько вот вылетает, где выливается, говорит, я по сей день не знаю, но знаю, что все это разбазаривается по своим рукам. Это отдых в Турции, Аталии, там везде, где они бывают. И на какие деньги-то? Это большие деньги стоят. И все. И когда начинаем мы говорить этой темы, я никогда не касаюсь. Во-первых, я не знаю, а потом мне все равно. Ну вот если бы вы узнали, ну допустим, не здесь, а священник вот такой вот берет где-то. Мне главное, чтобы он жил свято. То есть сребролюбие не беру. И проповедовал, делал, что положено. Так а он будет деньги. На это я уже никогда не смотрю. Ну, ему надо, пусть берет. Я все равно этим не воспользуюсь, если бы они у меня и были. Я им просто Бог меня избрал, и у меня понятия нет. Вот сейчас я посмотрю, под ногами лежит мешок с золотом. Я вообще не понимаю. Как звонить нельзя, узнают, разграбят. Кому отдать, не знаю. Для меня это забота такая. Забота! Я когда в Америку приехал, я для них как шок был какой-то. Ни одной копейки, нигде, никак. Ни одного мороженого не могли скормить. Рваные-рваные, зашлёпанные носки не могли заменить. И они вокруг меня со всех сторон меня осматривали, как чучело огородное. И поэтому Бог мне так обильно дает, откуда я сам не знаю даже. Ничего нету. Вот сейчас конкретно. Отправлять посылку надо, я у Володи занимаю деньги, чтобы отправить посылку. Но я знаю, что деньги уже у меня будут в конце месяца. Ну, следующего. А почему Бог? Все Бог. Вот. Сказал, кто говорит, что показывает, кто говорит. Скажет, славу любит. Мне без славия хватит больше, чем слава. Можно еще? Давай. Я хотел сказать, ну как бы в виде вопроса и в то же время как ответ уже сказать. Дело все в том, здесь говорится о лжеапостолах. Наша община, она с лжеапостолами-то мы не столкнулись. То есть как не столкнулись? Мы, конечно, сталкиваемся с ними, мы понимаем, что это такое, мы читаем Священное Писание, но лично мы всей своей общиной не столкнулись с лжеапостолами, и поэтому у нас столько много разногласий. Вы понимаете, сидит авторитетный человек, Игнат Тихонович, выше авторитета нету, это понятно, не только среди нас. Я показываю табличку, да. Вот, я говорю... А к батюшке обращаюсь. Говорю, батюшка, вы выше всех авторитетов. Это то, я уже показал. Еще раз покажу. Это уже однозначно. И в этот момент никто из сестер не обращается к Игнату Тихоновичу. Начинают сразу делать такие выводы. Во-первых, крик, лица какие. Уж по таким лицам даже можно все понять, о чем идет речь. И перед вами сидит брат, с которым вы проехали... На благовестие не одну, он вас возил, причем, не одну сотню километров по городу, сколько вы с ним обходили домов, сколько вы были, где только вас не носило с братом. И он, когда он, вы усомнились в нем, что это благовестник, когда вы видели или другой кто, или где вы видели, чтобы он батюшку там поносил нашего, или там был непочтителен кому-то. Но если только было по невежеству какому-то, ну не так, чтобы он там всем встал и все, ну так он и с покаянием каким, он и причащается, и все, вы видите это. И вы сразу делаете выводы, сразу делаете печальные лица, сразу делаете голос таким, что вы уже, ну, вправо оседлали правильного коня, а ничего еще нету, пустота одна. И это все в такой общине, ну, мужественно православной, которая стоит поперек всего течения. Я хочу так сказать, что мы всей общины еще не биты. Игнат Игнатьевич как-то раз сказал,
Что там был, не помню. Ну, как всегда, огорчили, видать. И он говорит: эх, вот прошли бы вы все то, что я-то прошел в свое время. Я говорю, и тюрьму, что ли? Он говорит, да, бы и тюрьму тоже. Я говорю, да как так? Он говорит, а вот там Господь очень многое показывает. Я тогда не понял, как-то даже долго думал. А потом только до меня дошло, когда вот начались именно вот такие от вас, сестры, редко от братьев. У нас брат, который все время выступает, один серединка на половинку, он сам не поймет, что хочет. А другой выступает, всегда поперек батьки в пекло лезет. Это нас ждет все с вами впереди. Если Господь нам не отштампует еще одного Игнатия Тихоновича. Но вы сами знаете, чтобы еще был один Игнатий Тихонович, это нам нужно с вами прожить 1000 лет. А его не будет. Поэтому, вот все, что есть, сестры, я вам хочу сказать, вы не в плохой когорте находитесь, православных. Да? Все, ну-ка давай дальше, быстро читай. 13 стих. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Что-то хотели сказать? Конечно. Ты слово «вышел из себя», поясни, что означает? Толкование. Если мы говорим что-нибудь возвышенное, это называет апостол «выходим из себя». Или в других местах «безумие», то делаем это для Бога, дабы вы, почитая нас немощными, не возгордились и не погибли. Если же говорим что-то смиренно и с уничижением, то делаем это для вас, дабы вы научились смиренно мудрствовать. Или иначе, если кто имеет подозрение, что мы безумны, то мы надеемся получить награду от Бога, за которого подвергаемся такому подозрению. А если кто почитает нас смиренно мудрыми, тот и сам пусть получит пользу от нашего смиренно-мудрия. Или еще иначе. Если мы безумны, то безумствуем так для Бога, чтобы вас привести к Нему. Безумие же Павла было безумием любви, любя Бога и живя, подобно влюбленному, им одним, то есть любимым, он вышел из себя и всецело прилепился к Богу. Жил не своей жизнью, но жизнью любимого, как в высшей степени любимой или возлюбленной. Итак, если мы, говорит, выходим из себя, то для Бога. Я вопрос задам. Вот вы видите, сегодня у нас из Потеряевки было сколько людей? Никого нет никогда. Если у нас бывает, когда приезжает из Потеряевки, кто? Это Витя. А остальные приезжают сюда, Маша, они заезжают. Если заехали, ну, благодарение Богу. А почему они не остаются на занятиях? Поезд идет ночью, батюшка еще здесь, а их нету. А вот приезжая из других местностей, которые нам люди, вот Кальмаев Михаил, там Тимиртау, Сосинников Нина Филонова, они до самого последнего момента будут здесь и здесь, и слушать, и непрерывно здесь. Почему? Это в человеке. Даже из одной местности, а люди по-разному относятся. А если из Потеряевки были бы сейчас там с того края, сколько, не будут они здесь. Они к родственникам поедут, а там еще, ну там ничего нет, ребятишки уже большие, поэтому ничего нет, поели и дальше, ну поспят может быть. Они не понимают, насколько это ценно. Я вот приехал с центра России, это был где-то 65-й год, примерно так, может быть, к 64-му ближе. Я узнал сразу, кто ведет вот встречи, занятия. Вот у нас Виталий есть там, Устинов. Вот ребятишки его двое сидят, Виталий его. А я Володя там, а у них отец Александр Иванович. Я узнал в Искитиме он, а я там в Новосибирске остановился. Я первым делом разузнал, где он поехать, чтобы насытиться. И когда только побыл у него, теперь ни одной встречи не пропущу. Это в человеке. Я понял, это источник богатый, высеченный, божественная вода там. И поэтому мне так обильно Бог там дал. Он картошку, я его прошу, возьми меня с собой. Я буду рядом копать, а ты будешь говорить. Будем садить, а ты только говори. Я еще возьму. А здесь нет, им это не надо. А я и так все знаю. А когда коснешься, он ничего не знает. Он переполнен злобой. Не просто не знает, он злобится.
зависть и злоба до помутнения рассудка. И он, человек уже ни на что не смотрит, что это стыдно, позорно. Вот, а почему? А занятия я веду. Я говорю, я не веду, я ушел. Витя ведет занятия, не стали ходить. Батюшка ведет занятия, не ходит. Значит, не во мне речь, легко понятно, что и третий человек, а вы так ни разу и не пришли. И вы знаете, о ком речь идет. Их дети бывают у нас, приезжают и сразу же уезжают. Но придет день, когда вы увидите свою голь и нищету. И это было рядом. Рядом. А как можно сделать? Никак, только молиться. Другому никак. Никак. У него заперто здесь на все замки. Игнатий Ильич, можно вопрос задать? Ну, а вот когда разговор-то начался, а я-то вопрос задал простой. Я же не говорил о том, я же не просил батюшку, чтобы как нам затащить их. Я-то не так вопрос ставил. Я вопрос ставил, батюшка, вы можете рассказать, повлиять, чтобы на занятия ходили? Я-то вот так поставил. Почему батюшка начал говорить о том, что силой никого не заставить? Он несколько раз, зачем вот вы силой? И уже переложил на меня, на мои хрупкие плечи. Я чувствую, уже придавленный этим грехом. Я-то вообще просил, ничего не говорил. Я понял вопрос. Последний урок. Я понял вопрос. Поняли, да? Почему он? Я понял, почему. Батюшка часто утрирует слова. Вот я когда стихотворение написал ему, не утрирует и жареным желудок не портит стихотворение-то. Это, ну почему? Это у него есть. Если я сказал, ну я не знаю, поедем мы или не поедем. А он хотел, чтобы поехал я. И говорю, там холодно. Ну да, я шел по улице, там мертвые замерзшие валялись. Человек утрирует. Да никто не валялся-то. Во-первых, это неправда. Я к примеру говорю. И молиться надо, чтобы у него этого не было. Он среагировал правильно, но не те слова сказал. Насильно мил не будешь, совершенно правильно. Но ты-то должен был разогречь этот огонь-то, разжечь в людях. Как это? Иеговийский лжепресвитер сумел сделать, а ты нет. Так по сравнению с ним-то ты-то хуже тогда выходишь, выглядишь. А то мог сказать так? Да, мог. Ну, да. Но почему тогда не сказал? А то уже его спрашивать, вопрос не ко мне. Но вот когда ревностно бросаются, да он на батюшку сказал, это очень опасный симптом. У меня было такое, была такая Кубайкина. И когда я вот так вот сказал, так она аж заплакала вышла, вижу злые слезы. Она мне нашла, да как вы посмели, это наш батюшка. Я говорю, он вам дороже, чем мне? Это мой сын. Он через меня пришел к Богу. Через меня получил Евангелие. Я забочусь, чтобы он был спасен. Она мне простить этого не могла. А тут что-то мы разговаривали, открыто это все. Ну, видимо, тоже что-то такое о благовестии. Ну да. Это не ревность никакая, это враг. Потому что чем кончилось? Ничем нету человека. Поэтому будьте очень осторожны. Лучше молчите. Послушали и помолитесь за батюшку. Он всегда был робкий в этом вопросе, смиренный такой. Но здесь он должен быть как лев. Между прочим, вот я его загадку сегодня хотел загадать вам. Какие вы знаете человеческие звериные имена? Лев. Лев, а еще? Леонид. Гурьян. Гурьян означает гури, львенок. Угу. Львенок. Почему? А почему не называют кошка там Леонид или собака? Львенок. Теперь не надо говорить, потому что лев был святой епископ. И в честь его называют. А православный начинает. Mm-hmm. Вот если лев, да, он был смелый, как лев. Но лев иконопорец был. И лев, он достойный своего злого нрава. Уже от него берут отрицательные качества. Кровожадный такой гнал христиан. А одно, да и правильно. Лев рыкающий, это сатана ищет. А лев из колена Иудина, это Христос. Одним именем называется. Вот. А у киргизов интересно. У него ребенок родился, умер. Второй умер. А ему сказали, почему дети твои понравились шайтану, то есть черту, и он утащил их. И поэтому шайтан не любит, когда воняет. И поэтому назови его собачий кал, сына-то. И он его так и назвал, и ребенок остался живой. А фамилия-то осталась, и все считают, когда я не фыркаю, что аж воняет как. Он здоровый дядька, и собачий кал так и осталось. У них. А у нас наоборот, назвать в честь какого святого там надо. Ну это язычники. Сатана подойдет, понюхает, и брать его не будет. Так за кого его считать? Так он же видит, что ты человек. Притом любимый родителями. Не останавливайся, скорее считай. 14-15 стихи. Так, Нина хотела сказать, дай, поставь себе надпись. Говори. Не опускай, держи так, пока снимает. Повыше подними.
Ну, Татьяна Кузьминична вот сказала... Вот сюда вот так держи и говори. Что батюшка наш, он благовествует. Да, он не столько, конечно, он по-своему благовествует-то. Он тихо, спокойно и, как сказать, не на показ. Он всегда трудится, и мы это все знаем. И я думаю, что вот сегодня Игорь-то, он правильно, вот начало, вот Игорь прямо хорошо, вот он, и этот молодежный вопрос, он, ну, как сказать, он к месту и вовремя, потому что это обсуждение, оно всегда есть, что мы вот старики тут уже сами в немощи, а молодежь не идет. И Игорь очень хорошо. Ну вот вторая половина вообще. Но я хочу еще добавить к Таниному, что... Она очень мало сказала про батюшку, что вот он у нас подвижник. Я его отношу к числу подвижников. И я очень довольна тем, что я отношусь к его чадам, над которыми он несет попечение. И мало того, что вот он о нас заботится вот так вот, как сказать, скромно и очень с большой с кротостью, он очень кротко к этому относится, и знаете, вот его любовь к нам, она, как сказать, она не броская, она как бы внутри его, но она сияет. Вот смотрите, в каких хороших условиях мы находимся здесь, благодаря батюшке. Его здесь вклад очень большой. Сколько мы благовестнических поездок сделали благодаря его молитве, и не только молитве, а вот то, когда люди не знают, куда уходят деньги, он говорит, а мы не знаем, куда это, в их кассу пришли-то, мы знаем, что мы отправляли деньги, а вот куда они оттуда уходят, а мы видим, куда уходят. Да. У нас очень большинство уходит сюда. На что бы мы благовествовали? На что бы мы ездили? Кто бы нас покрывал? А кто бы нам обеспечил вот это наше спокойное житие с МП? Кто? Его добрые отношения. Он умеет вовремя поддержать связи. Он умеет не просто их поддерживать, а он даже их и является родоначальником вот этих, вот, потому что ему известна эта система. Последняя наша поездка была, вот последняя, вот в прошлый пост мы ездили. Благодаря кому? Какая была организована встреча? Ведь мы проехали 650 километров, и нам уже все был путь подготовленный. Мы ехали как по зеркалу, как, или как говорят, как по маслу. И обратно вернулись, как по маслу. И нам это все недостаточно? Нам что-то надо большего? Конечно. Нам надо кричать? Конечно. Я все сказала. Татьянина, прокомментирую немного. Тут вот какое дело. Вот она подчеркнула вопрос патриархии. Батюшкина, конечно, здесь роль огромная просто. Он как буфер какой, сглаживает все. От них какие наскоки были, а сейчас-то нигде этого нет. И вот сейчас он думает на День деревни пригласить, он сначала мне позвонит. А сколько он вкладывал денег и в то, что лежит на столе, и то, что мы ездили, и везде. Главное, львиная доля денег-то его. Его, он ничего на себя не потратил. У него хватает овечки, проезжает, мясо тут торгует. Ну как торгует, приносит. Берут здесь. Но то, что сказали ему, что он должен благовествовать, качества, которые у батюшки, они в большей степени были апостолы. Несмотря на это, он от края до края ехал с благовестием. Это, однако, не говорил, так он такой Павел добрый. Все слова мы приняли, мы знаем, действительно это так. Но и Петр такой же был добрый. Но все они были благовестниками от края до края земли. С благовестием. И поэтому... Наши ребята, даже братья, до конца не понимают, но они заботятся о нем, чтобы не хотели. Не был он в этом вопросе бесплодным. Чтобы он тоже ехал на благовестие. А он, видимо, думает так. И мы когда уезжали, мы кажем, батюшка, вот не хватает одного человека ехать-то. Надо 6 человек, а у нас только 5. Чтобы сразу 3 пары было. Поезжай с нами. Он считает это чуть ли не за насмешку. Но он везде подчеркивает. У меня опыта никакого нет. Ну будет опыт, поехали-то. И поэтому, что сказали батюшки и прочие, это тоже на своем месте. Тоже. Ему кинули туда, ему тоже для размышления. Придет время, он будет думать об этом. А то, что он вот это сглаживает оттуда нападки, и вот ведет такую, как нейтральную линию, это очень много значит.
Мы спокойно, не приходится воевать, ничего нет. Он, да. Видишь, он какой. Да. А он уже сердце он свое просто гасит туда. Это все, да. А у него сердце он туда же положил. Да. А нам он нужен мы живой. Это, Нина, мы это все знаем. Все. Хочу сказать еще в защиту нашего батюшки. Тоже. Можно? Вот отец Константин, который был с зарубежной церкви от Орлова, он сейчас перешел к другому епископу. Даже уже, наверное, второго сменил. Но к одному перешел, нет, непонятно было, но очень хотел перейти. А сейчас уже от того точно ушел уже у другого. Понимаете, как важно в терпении находиться на том месте, куда тебя Господь поставил и сказал, твоя победа сидеть спокойно. Вот мы сидим спокойно, как сестры любят слово спокойно, все спокойно. Мне иной раз даже тяжело это переживать. Златоуст говорит, слово спокойствие это плохое слово. Христианин не должен быть спокойным. Поэтому в конечном итоге все равно спокойствие наше кто-то нарушит. Но, однако, пока для тренировки, для нашей, для опытности, ну вот этот покой есть. И терпение необыкновенное. И все время казалось, а как это будет? Ну вот так будет. И многие даже не верят. Да как так? Ну все равно, ну не может быть, чтобы там все еще оставались. А вот наперекор всем и вся, мы еще сидим на месте. Не знаю, будет у нас победа до конца, но надеемся на Господа. А Бог? А как же Бог? Вот здесь вопрос о покое. Ты сгладил, видимо, сам-то не просчитал, а так, наслышки. Оно более грозное слово. Заодно то, что ты желаешь себе только покоя, уже достоин гиены, Златоуст говорит. Это время труда, время подвига. О каком покое? Где ты считал? Нам покой, говорит, только снится. Песня такая мирская есть. Покой только снится. Да. Ну там о настоящих коммунистах. Не, ну там блок это покой там только снится. И летит, несет степная кобылица. Ну, и вот, вечный бой, покой нам только снится. Вот и так, мы вот христиане. Так. А можно спросить? Игнатий Ильич, вы Слово Божие знаете хорошо? Игнатий Ильич. Ну напиши, кто говорит-то, быстренько. Что сидишь? Уже забыла. Не напряженно думает. А сказал, кто будет новый говорить, быстро напиши и подай. У меня вот такой поплыла. Вопрос. Давай. Вы дословно скажите, пожалуйста, место из Писания, как нужно обличать старцев. Вот братья все правильно сказали, но возмутилась наша сестра Надежда, тетя Нина, потому что это было сказано как бы чрезмерно громко и показалось дерзко. Да. Вот как в Писании, не показалось только. Вот, если бы зла не было. Скажите, было бы как в Писании хорошо. Говорит нам обличать старцев? Даже нас просто в миру воспитывали, меня воспитывали в неверующей семье. Но чтобы повышать тон на старшего человека, вот это было табу. Кому как? Если бы это было, он говорил, вот, не о батюшке, значит, оно бы легко было. Вот два старца, так и называется. Оба старца, оба судьи Израиля. Ну, понравилась Сусанна, и они решили ее крестить. И повели на казнь, доказали, мы видели под деревом, она была с юношей, но он сильный был, вырвался, побежал, и все. А Сусанна плачет слезами к Богу, где Бог невинная. Ее повели уже на казнь, уже все, ее сейчас убьют. И в это время идет юноша, молодой. И кричит, я не повинен в ее крови. Она на него внимание обращает. Он, видимо, присоединился к процессе и опять кричит. Я не повинен в ее крови. Не повинен в ее крови. Остановились, ты еще орешь тут. Я сказал, не повинен. Так и было. А в чем дело-то? Невинную дочь Израиля взяли. Волки лютые растерзали. Вы что думаете? Да вы что? Так они же двое. Да, написано, где два свидетеля. Слово истинное. Два свидетеля. Разведите их по сторонам. Развели. Так, слушай, ты, состарившийся в беззакониях, ты где видел эту дочь Израилеву? Как где? Под тутовым деревом. Оно одно растет. Хорошо, ответьте, сторона. Слышали? Под тутовым деревом. А сколько в саду? Говорит, одно только в одном конце растет. Подвели. Ты, состарившийся в беззакониях своих, семя прелюбодейное, ты где видел эту дочь Израилеву? Он говорит, под дубом, а дуб растет в другом конце сада. Да где вы ее видели-то? Вы увидели, что они врут? Видели все. И обоим решка. Башку отрезали. Тому и другому. Убили обоих. Ну, не отрезали, там еще камнями побивали. Понятно? Так он молодой. Как он обличил старца? Он прямо назвал прелюбодейное семя. Семя Ханаана, а не Иуды.
Вы сколько судили невинно? И а кто этот юноша был? Юноша совсем, Даниил, пророк. Ему одну. Вот как разговаривать надо. А иногда ну, со старцем не груби. Как сказать надо, верующий. Но он-то видел, кто перед ним-то. Поэтому он, говорится, быка за рога брал сразу. И обоим была смерть. А Сусанна была оправдана. Она невиновная. Ее так родители воспитали. Ну, осталась одна в саду, рядом никого не было, говорится. Тарасик был в другом месте почему-то, а должен был охранять там, стоять где-то, смотреть за этими стариками, то чтобы не лезли. Кирпичом по лбу. Да, это так. Вот так. Мусульман это хорошо принято. Вот, видишь. Начало уже есть, положено. Вот догадайся, что такое. Ну, самое малое, что можно сказать, теракт совершился. Можно? Вот, смотри, держи. Сейчас, подожди. Ну, вот, вот то, что написано, братья, если пойдет человек какое согрешение, вы духовное, исправляйте такого в духе кротости, наблюдайте каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Какая разница, старец это или молодой? Ну, я тебе сказал сейчас, это кротко, разве Давид? Это Даниил сказал, нет, не кротко. Не кротко. Ну, а у евреев принято говорить было в виде притчи, иначе бы он не принял. Вот царь подошел к царю, а царь-то уже увяз полностью. Царь, вот такая история, надо разрешить ее. А какая история? Ну, вот тут один богатый человек был, и к нему в гости приехал один. А рядом сосед жил, у него такая одна овечка была. Она на груди у него спала. Ему он заколол на шашлык-то не свое, его взял. Как он вскипел сразу. Это смерть ему. Он говорит, это ты. У тебя 10 жен, а этот тебе кто? Полковник, гвардия твоя. И ты его убил чужими руками, а женой завладел, спишь и нормально? Конечно, если бы Сталину сказали, что бы он сделал, и он сразу согрешил я. И Бог снял вину, но дитя умрет. Теперь ты царство потеряешь, другой сын у тебя все отнимет. У тебя голова будет вот так болтаться на одной нитке. Как сказал, в виде притчи, это у них так было принято подходить. А иногда грозно, семя прелюбодейное. Апостол Павел как? Кротко со всеми, не так. Он противоречил, он говорит, ты сын дьявола, враг всякой правды. Ты доколе будешь совращать прямых путей Господних? Знаешь кто? Кому? Елиме Волхву. С ним нельзя было кротко. Здесь надо соразмерно видеть, кто перед тобою. Ну а другой он ничего не понимает, у нас были такие, он не видит, кто перед ним. Вы знаете, у нас тут был Слава Волков, он вообще не понимал, кто перед ним, женщина, мужчина. Он ломился, и пока башка не отлетела. Надо говорить кротко, но кротко не всегда. Ян Креститель это образец был. Моисей написано кратчайший из людей. Тут уж и гадать не надо. И что он сделал? Но мы сейчас знаем, что. Всего ничего, только человек хворост собирал в субботу, и он тоже предал его смерти. Вот это кратчайший. Он ничего не воровал. Но я закон дал в субботу не работать. Я вам сказал, Моисей. И когда люди сказали возвращаться в Израиль, он бы сказал, ну не надо этого, в Египет возвращаться. В Египет, ну что, вот вспоминают, огурцы были у нас, лук репчатый. Ну, рыба. Рыба там была. Ну что вы вспоминаете, детей у вас отнимали-то. А он ничего не стал говорить. Он, кто народ Господень ко мне? Ну и кто? Левина. И вот понятие, левее на колено сразу. Так, замечи. Израиль, только сейчас разговаривали, все до одного евреев. И они пошли по шатрам. Ты хотел вернуться, хотел, раз, зарезал следующего. 3800 трупов. Обстановка была переломная. Кто хочет еще в Египет? Никого нету. Вопль стоит. 3800, это даже сегодня это большая цифра. Даже в это, где там? Какой там, Девальцевский какой там? Котел-то. И это то, большая цифра считается. Да. Ну почему он не стал уговаривать-то? Не надо уговаривать. Они хотят вернуться опять в Египет. И все, маршрут изменился. А это и Бог говорит не кроткий, а кратчайший. Ну теперь ты понимаешь эти слова, когда кратчайший? Со всеми. Нет, не со всеми. Далеко не со всеми. Этот Павел наворачивал, Павел апостол-то. Такие слова говорил, и скалы дрожали. Так это с гневом. Ну, Господь написано, с гневом воззрел. Я говорю, Валя Конева была здесь. Игнатий, так вот Христос никогда не гневался. Я говорю, ты уверена? Я ей открываю. Да как, я думала никогда. Думать не надо. Златоуст говорит, гнев это Божье качество. Бог в гневе, говорит, взирал и уничтожал, сметал все. Так Бог любовь.
А потоп кто сделал? Бог? Да, има какое? Любовь. Погибли там младенцы, вот такие вот были, все утонули. Это Бог – любовь. А в Содоме-то там были и дети. Все сгорели до одного. И кто это сделал? Это самый Бог. Поэтому надо понимать, что такое любовь. Иногда снисхождение хуже преступления. Преступник должен сидеть, как говорят. А тут написано, должен умереть. Я не зову ни к чему, просто говорю значение этого слова. Правильно, по отношению верующих, да, так. А как с еретиками говорит? Еще себе. С еретиками кротко разговаривает. Тебе самому, говорит, дороже будет. Антоний Великий, он говорит, я никогда мирно не разговаривал с еретиками. Так это Великий Антоний. Я повторяю, он говорит, я никогда не разговаривал мирно с еретиками. Ты к Антонию, это к Макарию задай вопрос. Почему он не разговаривал мирно с ними? Они очень наглые. Они покинули церковь, они разрушают основания веры Христовой. И поэтому с ними надо так говорить. Вот так. Вперед. Считай дальше. Да, 5 минут. Все равно, прочитай, что еще остались. 5 минут. 14-15 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Толкование. Любовь Бога, которую Он явил в нас, объемлет нас и побуждает нас подвергаться опасностям за Него. Когда мы обсуждаем хорошо сами с собой следующее. Так как Он умер за всех, то явно, что все мы были погибшими, и что Он для того умер за погибших и умерших, чтобы оживить нас. Итак, поскольку Он оживил нас, то мы не должны уже жить для себя, но для того, кем живем, кто не только умер за нас, но и воскрес, вознесший на небо начаток наш, то есть тело свое, чтобы всецело возвести и нас. Ибо какая нужда была ему возноситься, если бы не имело случиться подобного и с нами? Итак, поскольку он умер за нас, поскольку он оживил нас, и поскольку он дал нам залог нетления, мы должны жить для него, а не для похотей своих. Аминь. Видите, если он любит это, и ты люби это. Вот сейчас сказали идти на благовестие, а я еще могу... Ну, пойди, не так далеко, возьму тебя за руку, домой приведут. Хотя бы рядом стояла. Когда наши беседы, то ты рядом стояла, молилась. И ты уже участница. Принявший пророка во имя пророка получит награду пророка. Ты даже рта не раскроешь, и тебе та же самая награда будет. Пойдите, 2-3 человека рядом стоите, как одеты, только по форме, без формы не выходите. Это уже привлекает внимание. А кто-то подойдет. Вот в прошлый раз я смотрел, самое хорошее свидетельство было у Нины Александровны. Поставь сразу, говорят, раз на себя, тебя запомнят хотя бы. Она долго с ними беседует, дает где-то доводы, видно, что знает, о чем говорит. Вот. И бывает так, идут только. У нас бесплатно, вот бесплатно Евангелие, бесплатно. Ну, маленько остановись и узнай. И визитки, когда дают, хотя бы спросите, есть нет интернет. Вы будете смотреть? Вот у нас есть православный сайт. Ну, хотя бы маленько-то. А вот он просто дать. Он взял, он тут же отошел и выбросил. Посмотрел, какой-то православный он махнул. Так не надо делать-то. Ну, хотя бы узнай, нуждается он в этом или нет. Желает ли он это взять? По крайней мере, хотя бы предложение 3 надо сказать. А судить это проще всего. То не так, то не так. А я не с той медведя лежу, и у меня все хорошо. Один я во всей вселенной хороший, а остальные все... Я лежу, никому не мешаю в берлоге. Как стара обрядец. Лежала, говорит, до нас 1000 лет, пусть дальше лежит. Ну, помолен. Спаси Христос. Я что-то посмотрел сегодня на инаку и подумал, девчонку надо беречь. У ней какие-то такие качества есть, к старообрядчеству близкие, чтобы она в старообрядческую сторону не уплыла. Да ясно, что. А? Приберут, как говорится, я тебе сказал, сегодня сказал. И ты за себя заметь, что будьте осторожны с той стороны.
Ей надо учиться, надо заниматься. А там будет, она нигде ничего не возникнет, ей не дадут ни одного слова сказать. Ее надо развивать сейчас. У нас одна была тут косноязычная маленькая, говорит, там слова неправильно. Я спрашиваю, а родители тебя лечили? Нет. Ну почему? Найдите лучших логопедов, вложите деньги там, ну исправьте ей речь. А сейчас бесплатно все делается. Это бесплатно все делается. Ну, тем более бесплатно. Тем более. Почему же не заботиться? Самый такой возраст, только работать над ним. У него целая жизнь впереди. Ты-то для чего-то стоишь рядом. Аминь. Я вам покажу, как голубенок у меня за один месяц чему выучился. Никак не хотел на руку садиться. А я вот так вот дам, а потом руку отвожу вот так вот. И вот такой первый шажок сделал, а ногой там держится. Я его оторвал. Потом дальше. А потом он стал уже вот на такое расстояние подлетать. А потом сам за мной уже летает. Ну, просто надо любить. Вот здесь ничем нельзя. А они везде все время оправляются. Я все газетами застелил, у меня весь пол заслат. И кровати, и все. Ничего нет, я чем собрал, убрал, и все. А, о, так у вас ребятишек нет, поэтому вы возитесь там с котятами, да, с голубятами. А тебе не кажется, что это против тебя будет? Если я вожусь с котятами, с голубятами, а ты с ребятами родными не хочешь возиться, ты что будешь отвечать-то? Правильный вопрос? Да. Ну, конечно. А я как раз и показываю, что и ребята твои не в стороне. Они всегда в поле моего зрения. Нужно еще? Я хотел как бы подвести вот такое. О том, как я поднял вопрос вот о молодежи. Дело все в том, что у нас община такая, вот Игорь хорошо сказал, он говорит, а как вы, говорит, хотели быть в этой общине, и чтобы про вас вообще никто ничто не сказал? Так это что тогда за община-то будет? Молодежь сидит, захотели ушли, захотели пришли, нигде их не видать, и мы будем молчать? Но мы никогда не будем молчать, все равно раз в месяц тогда вопрос будет подниматься всегда, до тех пор, пока или их не будет здесь, или они не будут наши. Как сказал этот мусульманин-то, говорит, а как вы, журналист, а как вы, говорит, к себе, в свою среду не пускаете шпионов-то? А у нас, говорит, на таком накале жизнь идет. Они, говорит, с нами только 4 месяца проживут, говорит, вместе. И, говорит, все, мы выясним, кто шпион, а кто не шпион. Или, говорит, такие же, как мы будут, или, говорит, выдадут себя. Нет, или сойдут с ума. Или сойдут с ума. С ума. Почему? Потому что 3 раза только ночью на молитву встаем. Яковлеву, позвоните Никите сегодня, почему его нет уже, вот, какое воскресенье? Так вот он, Никита, здесь был. Яковлев. Нет, Яковлев. А, Яковлев, Никита. Ну позвоните, братья, все, вот по одному же позвоните. Игорь, да не надо так. Предложение, которое ты сказал, оно попадает под следующее. Мы поехали в первую поездку, от Байкала едем. И в это время один человек, я не знаю, где он у меня здесь был сегодня, кажется. Ну, был, Третьяков. Да. Был, да, он и есть. И есть. Будет. Есть. Да. Надежда написала ему, Игорь Третьяков? Тоже нет. Написала. Подними записку. Покажи ему. Вот, он и говорит, а вы не думали, что придется до Хабаровска когда-то ехать? Я попятился назад. Это вам. Это вам. Пенек. Кто нарисовал? Автопортрет. Ваня. Автор, это не автор. Автор, это он нарисовал. Вот послушай. Он сам себя. Я и говорю. Ну, вы научитесь, когда голос другой есть уже, вас на фоне только слыхать будет. Я стою сзади, они сидят на первом сиденье в нашей газели, а я сзади. Я говорю, Игорь, ты меня знаешь? Вот когда человек делает какое-то предложение, что я дальше делаю? Игорь, ну что, обдумывать начинаете? А Сергей сидит, нет, говорит, не только обдумывать. Он сразу предлагает выполнить тому, кто сделал предложение это. Игорь сразу смотрит. Я говорю, Игорь, ты сделал это предложение. Теперь давай, обдумываем. Только поедем не до Хабаровска, а до Владивостока и до Находки. А дальше у Игоря невозможно, там груз какой-то идет, папа. Ну посмотрим, пришел груз, не пришел, папа не пришел, и Игорь поехал. И он выполнил то, что нужно было. Мы были в таких местах, где никогда нам больше не бывать. Вот он сидит перед вами. Итак, я поворачиваюсь ко второму Игорю. Вот кто это такой. Ты сделал это предложение. Какое? Да что не только с молодежью-то, чтобы двойного стандарта не было, а с ними. Значит, чтобы твоя жена не покидала скамейку, угол, в первую очередь. Над женой распорядись, как я со своей женой разобрался.
Я сказал, там будет, да, чтобы она больше никуда не выходила, была здесь. Дальше, чтобы там коалицию не составляли, в коридоре, чтобы ни одного не было. Сиди рядом, время от времени заходи и предлагай, и уговаривай, и стыди. Вот ты предложение сделал, выполни его, а мое место там помогу сидеть. А я оттуда помогать буду молитвами. Мама, в это время не разговаривать надо, а помогать сыну. Он уже подпрягается. Да. Вы когда берете книги, ложите на место, уходите. Трудно придется. Так, все, благодарим Бога. Предложение хорошее, приступили. А кому легко? Манец. Как, по деловому? Нет. Молитесь, кто? Помолитесь, Игнатин, помолитесь. Вы сегодня не молились еще. Так, сюда все встаньте. Дальше меня никто не ходите. Самый маленький мальчик? Кто мальчик? Ну, ходи сюда, пожалуйста. Так, девочка слева, мальчик справа. Кто из вас больше? Я. Так, подожди. Так. Ну-ка, стой. Кто выше-то? Вот этот, отойди. Ты вон туда остановись, сзади. Ты будешь все время, Тарасе, справа стоять от меня, как в лагере. Вы на лето отпроситесь у папы с мамой, вот, а слева у меня девочка маленькая стоит. Вот такой порядок в лагере. Такой? И нафа знает. Так, смотрите, как мы молимся, и вы хорошо кланяетесь. За молитву святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Царю небесный, утешитель души истины, и же везде сы, вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, слава Тебе за эту святую возможность собираться и прославлять Тебя, вникать в Слово Твое совершенное. Если чем мы погрешили в своей жизни в этот день, прости нам, Владыка, и благослови брата Якима в пути, епископов, священников, патриарха, даруй всем духовное рождение и смирение перед заповедями Твоими, и чтобы были движимы Духом Святым. Прими нашу молитву, Господи, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими, Господи, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. И даруй мир Израилю, и Украине, России. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Аминь. С миром Божьим. Спасибо. Спасибо, Христос. Сестры, закройте там это, материю. Давай, это, таблички давайте. Это, чтобы... это когда пресс-конференция идет, когда правительство вот так ставит. Подожди, он вам отлёвает. О, как, я не спросил, как звать вас это? Вам не надо, говорит, Илья. Илья. И всем поклонам. Спасибо, Христос. Скажи, чтобы каждый день... Борис, а у меня телефон-то есть уже? Телефон, Никита. Только он у нас сейчас. Дайте мне карандаш. Запиши, позвони, пожалуйста.